Здравствуйте. Поварово, Солнечногорский район. Дом из газобетона, утеплен пенополистиролом. ПСБС 25Е в 150 мм. Система утепления церезит. Декоративная штукатурка караед СТ-175. Вот такой вот цвет. Заказчик сам его выбирал, ему он очень нравится. Чем интересен этот дом? В этом доме установлены окна со встроенной системой жалюзи защитных. Вот одно окно. Жалюзи, роль ставни открыты, а на соседнем окне они закрыты. Работы производились 2 года назад. Сейчас в доме ведутся работы по внутренней отделке. Дом с плоской эксплуатируемой кровлей. Коробку дома выполнял Саша Земсков, компания Bubuild. Вот такой вот дом. Капельник. У дома практически нет цоколя, поэтому постоянно приходится производить очистку снега вокруг дома. Фактура караед. Вот как она смотрится. Какой-то интересный цвет.